В 1999 году митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл совершил закладку камня в основании храма в центре города. Его строительство завершилось в 2010 году и с тех пор является храм главным священным местом, в котором десногорцы ищут спокойствия, прощения и понимания. Придя туда, каждый человек может быть уверен, что ему протянут руку помощи. Особо почитаемой святыней храма является древний образ Божьей Матери, всех скорбящих радость, в честь которой храм и воздвигнут. В этом году на богослужение приехали священники других приходов, в том числе епископ Росховский и десногорский Милетий. Он провел праздничную литургию, что придало празднику особую торжественность. А завершилась служба крестным ходом с песнопениями, религиозными знаменами с образом Иисуса Христа и окроплением православных святой водой. Священнослужители отметили важность престольного праздника для десногорцев. На сегодняшний день десногорские, данный храм является кафедральным, главным храмом города. И это также торжество не только этого храма, но торжество всего города. Храм всех скорбящих радости, символ города, отмечает свой престольный праздник уже в 10-й раз. И каждый раз собирают сотни верующих. В этот раз на торжество приехали паломники из Брянска, Рославля и Республики Беларусь. Мы не первый год посещаем этот храм. Благодаря отцу Виталию у нас очень тесная дружба с российским приходом. Мы приехали из Беларуси, из маленького города Климовичи. Сегодня такой замечательный праздник. Мы будем домой уезжать и нести в сердцах своих тепло, свет и доброту. Много лет посещаю храм, я всегда, ноги мои всегда бегут. Я верю в Бога и довольна. Мне радость всегда в сердце. Завершилась праздничная литургия всеобщей трапезой. Алина Сазонтова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.